Еще вот такая короткая зарисовочка. Нельзя было не пропустить. Вот такой замечательный мост впереди. Ажурный, легкий. Сейчас мы к нему подъедем. Стараемся его заснять. Конечно, тяжело, но рукой рулить и одновременно снимать. В следующий раз для этой цели приспособим видеорегистратор, чтобы облегчить. Нечто подобное я уже видел на Атлантическом побережье, в пригороде Нью-Йорка. Когда ехал до Вашингтона, например, такой же мост. Вот так открывается панорамочка на сам Канзас-Сити.